То, что касается Крыма, я думаю, что об этом рано говорить, выиграла или проиграла Россия с точки зрения экономики. Тут, наверное, опять же, вот, даже там брать моих друзей, очень многие разделились по мнению. Вот, правильно это или неправильно, сложно сказать, честно скажу. Но мы были там буквально вот до, наверное, до референдума. И то, что касается городов, которые исконно русские, там Севастополь, там, как нам показалось, люди были настроены пророссийски. Это в первую очередь касается их самих, с кем им быть. Вот. Тут вот эта вот двойстандартность того, что почему-то кому-то поощряют, кому-то не поощряют. Однозначно скажу так, что я рад, что сейчас эта территория относится к нам, и там не гибнут люди. Это вот 100%.